турнир номер один в Украине – это Кубок Льва. Международный турнир, который проходит в городе Львов с призовым фондом в 200 тысяч гривен. На этом турнире можно забрать с собой 40 тысяч гривен, если, конечно, получится выиграть на левой и правой руке в категории и абсолютке. А это, на секундочку, 1500 долларов. Неплохой такой подгончик, помимо медалей и большого признания среди армрестлеров. Это единственный турнир, который мне не покорился еще в Украине. Конкуренция здесь сумасшедшая. Второй по денежным призам, но не значимости международный турнир – Кубок Пушкарей, который проходит в городе Кременец. Призовой фонд на этом турнире – 150 тысяч гривен, и самый сильный может увести 25 тысяч, а это почти 1000 долларов. Это турнир, на котором присутствует крутейшая атмосфера и сила наследия Пушкаря. В 2020 году я выступал на этом турнире. Мне удалось стать чемпионом в категории и абсолютке на правой руке. А кубок, который мне вручили, стал достоинством моей коллекции. Третью строчку у нас занимает турнир Iron Man, который проходит в городе Харьков и имеет призовой фонд в размере 70 тысяч гривен. Это всеукраинский турнир, на который съезжаются топовые спортсмены, проверить свою форму и подзаработать на протеинчик. На этом турнире можно забрать с собой шикарные подарки от спонсоров и почти 500 долларов. Сумма меньше, чем в остальных, так как абсолютка проходит только на правой руке. Шикарная атмосфера, красивая картинка, топовые спортсмены. И не только это сможет вас порадовать на этом турнире. В 2018 году мне удалось стать абсолютным чемпионом на этих соревнованиях и получить много эмоций, крутой кубок и необычные прозрачные медали. Ребята, кто досмотрел, подписываемся на мой канал.